Барнаул будет догонять Самару. Наши проиграют. Будем весь матч вынимать мяч из кольца. Такой настрой на поединок с действующим чемпионом Суперлиги 1 был у болельщиков местной команды. Но история создана для того, чтобы ее творить. Игроки Барнаула с первых минут матча дали понять, легкой прогулкой для самарцев эта встреча не будет. И как приятно звучит, Барнаул, дебютант лиги, обыграл чемпиона. Да, мы сегодня сыграли более командно, более уверенно. Вот уже не чувствовалось такой, таких нервов, как в прошлой игре с Руной. Сегодня хорошо защищались. Начало встречи получилось равным. Команды обоюдно набирали свои очки. А дальше произошло самое интересное. Барнаул просто смял своих соперников. И подопечные Евгения Горева ввели в 16 очков. Потом был такой тонкий момент, где могли мы забить, пропустили. Опять могли забить, пропустили. И вместо уйти в плюс 5, мы шли в минус 4. И там уже в концовке на удачу, на фолах. Однако чемпионы собрались мыслями и сократили отставание, и даже вышли вперед. Начались качели, можно сказать, игра до первой ошибки. И дрогнули как раз таки самарцы. Перетянув канат победы на свою сторону, барнаульцы добывают победу 74-66. Сегодня был в основном характер. Ребята его продемонстрировали. Хотели, наверное, доказать себе. В первую очередь, что они могут конкурировать. Отсюда и результат. После 9 игр алтайская команда расположилась на 7-м месте из 15. Сейчас у наших будет небольшой перерыв. Это шанс игрокам отдохнуть, восстановиться от травм и в полном объеме сыграть дома 4 декабря против Свердловского «Темпа». Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.